Двумя победами в Кирово-Чепецке завершила «Чайка» свою самую продолжительную 10-матчевую выездную серию сезона. В первой игре с аутсайдером Восточной конференции МХЛ «Олимпией» нижегородцам пришлось повозиться. В первом периоде счет открыт не был, зато во втором соперники устроили настоящую перестрелку – 4 гола в течение 6 минут. Андрей Крупкин в большинстве и Михаил Потапов при игре в равных составах выводили «Чайку» вперед. Но «Олимпия» в обоих случаях оперативно забрасывала ответные шайбы, а в третьем периоде, за 7 минут до окончания основного времени, хозяева захватили лидерство. «Чайка» не стала дожидаться нервной концовки и сравняла счет 3 минуты спустя. Затяжную атаку добиванием завершил Роман Горбунов. В конечном итоге судьба матча решалась в серии буллитов. Роман Горбунов и Артур Гиздатуллин были хладнокровны и точны. Андрей Суханов переиграть себя не позволил. И в итоге 4-3 в пользу «Чайки». В повторном матче нижегородцы сразу ухватили быка за рога. Уже на третьей минуте Данил Веряев открывает счет. На 7-й Артур Гиздатуллин и Роман Горбунов устраивают контратаку при игре нижегородцев в меньшинстве. Первый вывел на бросок второго. А за минуту до перерыва «Чайка» отличилась в большинстве сама. «Олимпия» не успела подготовиться к броску Тимура Таратунина от синей линии. Подключение еще одного защитника Камиля Мингазова к розыгрышу большинства в третьем периоде сделало счет крупным. В остатке матча нижегородцы постарались помочь своему голкиперу Андрею Суханову впервые в сезоне сыграть с сухим счетом, что в итоге и получилось – 4-0. Впереди у нижегородцев неделя отдыха, а затем домашняя серия, которая начнется 26 октября, встречи с остальными лисами. Владимир Широков и Владимир Коломаров, Торпедо ТВ.